Сентябрь удивил всех жителей муниципалитета ветреной и прохладной погодой. Однако мы привыкли к мысли, что простужаться осенью вполне нормально. Но если болезнь приходит 3, а то и 4 раза в год, то это повод обратиться к специалисту. Предпосылки простудных заболеваний могут быть совершенно разными. Нередко причиной становится наличие в организме постоянного очага инфекции – тонзиллита или гайморита. Любую заложенность носа сегодня привыкли лечить на дому с помощью сосудосуживающих препаратов. Отоларингологи замечают, такими средствами можно пользоваться не более 7 дней, иначе ситуация может перерасти в хронический ринит. Чаще всего мы назначаем все равно глюкокортикостероиды местно, потому что от них такого прям привыкания нет, и не страдает так слизистая, не страдает именно сердце, в плане не будет тахикардии, не будет гипертензии артериальной. Сегодня во взрослой поликлинике прием ведут 3 лор-врача. Каждый день запись у них полная. В среднем за смену отоларинголог принимает около 24 человек. Здесь амбулаторно мы можем лечить такие заболевания, как экзотипный отит, гайморит, без проколов, без, соответственно, шунтирования перепонки. Потому что чаще всего препараты позволяют все это самому пройти, то есть снимается воспаление и эвакуируется жидкость. Недавно врач вместе с коллегами переехал в здание новой взрослой поликлиники. В просторном кабинете все под рукой. И инструменты для осмотра, и многофункциональная установка для диагностики и лечения заболеваний. Сейчас лор ждет и аудиометр. Если это у нас будет, это будет очень сильно для пациентов как бы приятной новости, потому что им не придется куда-то обращаться, они смогут прийти, мы сразу сможем поставить им диагноз, соответственно, потери слуха и направить на дальнейшее лечение, на дальнейшую консультацию с урдологом, например. Для Шамиля каждый случай уникальный. Своих пациентов он хорошо знает. У кого есть хронические заболевания, а кто недавно прошел через операцию. Это помогает в диагностике, а значит и в последующем лечении. Честно говоря, просто получаю удовольствие, когда человек выздоравливает. То, что он ко мне приходит повторно, и это не ухудшение, а именно положительная динамика. То есть за это я люблю эту профессию. На днях лор-врачи по всей стране отмечали свой профессиональный праздник. Наш герой встретил его на боевом посту, помогая людям. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ.